Приветствую вас, дорогие зрители. У микрофона Григорий. Продолжаем играть в игру DayZ версии 0.60. И в предыдущей серии мы... Так, мы остановились где-то вот здесь. Тут у нас был схрон, здесь стояла Нива, на которой мы катались. Но сейчас вот я прошел день. То есть я на следующий день зашел на этот сервер, я так понимаю. А может, кстати, не на этот сервер. Но, в общем, здесь ее нету. Вот. Поэтому я вам рекомендую крайне, конечно, не пользоваться, наверное. То есть я не могу это проверить. Тот сервер, не тот сервер. Но я вам крайне не рекомендую пользоваться кнопкой Play, потому что, возможно, она закидывает вас каждый раз на разные сервера. И поэтому... Вот, скорее всего, я этой Нивы и лишился. То есть, а может быть, ее, конечно, честно украли, в чем я сомневаюсь, но у меня возникла другая идея. Я решил теперь пойти и посмотреть то место, где я ее в прошлый раз нашел. Может быть, там еще окажется какая-нибудь машина, но и на этот раз мы сделаем как-нибудь по-другому, потому что хуже всего то, что здесь... Нельзя вот во время самой игры, да, насколько я понимаю, не знаю, там, ну вот, меню зайти как-то и добавить, например, сервер в избранный, не знаю, ну вот, как так вот. Ну почему я попадаю через кнопку Play на какой-то сервер, и я не могу, ну не знаю даже, на каком я сервере, где я играю. Вот... Ну, как-то это вообще неправильно, мне кажется. Так. А мы двинемся сейчас на запад. Вот, потому что... А, кстати, а давайте не пойдем на запад. На запад сейчас... В принципе, конечно, интересно сходить, но... Посмотреть там опять машину, но... В принципе, мы покатались пока. Пока она особо не нужна. Поэтому можем пойти на восток. На востоке там, возможно, будет что-нибудь интересное. Может быть, опять какая-нибудь машина нам попадется. Вот. Конечно, нужна какая-то в игре кнопка, чтобы можно было точно знать или информацию, на каком сервере ты находишься. Да, есть, конечно, там... История, но, по-моему, там даже не показывается даты, когда ты играл. То есть там показывается просто сервера, на которые ты заходил. А как определить, на каком ты именно был, я даже, честно говоря, не знаю. Поэтому будем считать, что мою Ниву скоропостижно угнали. Так, а тут у меня, наверное, может где-то даже свеча осталась. Да, вот свеча от нее. Ну что же делать? Вот так вот бывает. Так, пока бежим. А, я не, наверное, еще хотел сказать, что я потерял пистолет. О, боже. То есть такое впечатление, что кто-то перетасовал предметы. И вот я помню, что я этот бинокль убирал специально в другое место, чтобы можно было, чтобы пистолет у меня вернулся сюда обратно. Да, в общем, просто день потерь каких-то. Почему он в руке не сохранился, я вообще не понимаю. Ну ладно, что делать. Будем считать, что я напился пьяный и потерял пистолет. Конечно, отличный пистолет был, да. 15 патрон, да еще с глушителем. Но не знаю, что делать. Ну, печально, да, это как-то грустно, конечно. Ну, не расстраивайся же все время.
по этому поводу. С другой стороны, у нас есть вот рюкзак теперь интересный. Так, я думаю просто пойти вот в какой-нибудь город большой. Посмотрим, куда дорога выведет. Мы можем, кстати, и так посмотреть. Да, карта, конечно, тоже все слетело, все настройки. Слушайте, да я и карты-то не вижу. Ботинки, да, я хотел эти... А еще и мокрый к там... А, вот карта, карта есть, да. Карта есть, на пистолет, конечно, нет. Так, ладно. Значит, мы сейчас находились где-то вот тут. Сейчас иду по дороге, и мне нужно попасть будет... вот в этот поселок. Да. Посмотрим, что в этом поселке есть. О, еще дождик. Замечательно просто. Мало того, что омрачили игру кражей машины. Ладно, машину я еще соглашусь как-то. Она может. Ну, может, она на другом сервере осталась. На пистолет, конечно, потерять вот эту. Еще раз посмотрю. Да, вот тут где-то я сейчас нахожусь. Мне надо чего сюда нужно быстренько сейчас сойти. Где-то продолжение должно быть дороги, обрыв какой-то. А, вот. И эта дорога меня как раз выведет туда, куда нужно. Так что, в общем, я думаю, совет такой. Нужно обязательно выбрать сервер с низким пингом, с хорошим количеством людей, если вам это нужно. И сразу заносить его в список избранных, и тогда только уже играть на нем. Потому что кнопка Play в основном меню, она, конечно, не гарантирует вам ничего конкретного, то есть вы всегда будете, наверное, попадать в зависимости от ситуации определенных на тот или иной сервер, на разные сервера, в общем. Соответственно, будете терять машины и прочее, палатки. Да и потом, вообще это странная система, ведь никто не дает гарантии вам, что вы вообще потом найдете этот сервер. Да уж, весь мокрый. Ладно, дойдем до сейчас какого-нибудь домика и там костер разведем, просто погреемся. Зато у меня теперь есть такой жилет хороший очень и рюкзак, который мне в принципе нравится, маленький и вместительный. А вот сарай, давайте попробуем в сарае развести огонь. Просто немножко посохнем. Не знаю, на самом деле, эта серия, насколько она будет интересна, потому что сейчас я вроде как не хотел записывать много подряд их. Вот, не знаю, удастся или нет. Поэтому в любом случае такая будет. Так, вот. Ну, консерва. Ладно, пускай будет консерва, хоть покушать можно теперь. Здесь мы, наверное, просто сейчас восстановим силы свои. Так, а тут ничего нет, да?
Тогда сделаем вот такую штуку. Давайте проверим, можно ли вообще здесь нормальный огонь развести для начала. Сложу здесь пока свои вещи. Вон, чтобы еще какого-нибудь дисконнекта не было. Ну, все в ящиках мокрое. Ну вот, ну как это? Вот все промокает. Это на основании чего вообще это было придумано-то? Эти ботинки я, наверное, себе возьму. Это Jungle Boots. Теперь вместо вот этих. Так. Сиком холодновато. Ну ладно, Jungle Boots получше будут. Они вроде не очень промокают. Да, много у меня этих ящичков всяких и прочего. Но, как видите, можно потерять все и расстроиться. Так, давайте сначала палок наберем. Давайте наберем коры. Еще можно. Этого Firewood. Нужно еще эту большую палку прихватить. А, кстати, он вот ее тоже. А, он вместо топора ее сует. Ну да, опасное дело, потому что можно топор легко потерять. Так, есть. Тут набрали немного припасов. Так, ну можно где-то тут, наверное, развести теперь. Сейчас выкинем здесь палку. А то она мне потом покоя не даст. Так, топор убираем. Тут нам надо скомбинировать, как всегда, кору, наверное, вот с этими. А, кстати, давайте вот попробуем. Сначала, в общем, сделаем костер. А потом все-таки вот этот дриль-то попробуем, потому что Firewood, а чё? А, сюда он не может просто добавить его. Так. Положить костер на землю. Нельзя здесь положить? Ах ты какой хитрый. А, вот здесь можно. Отлично. Так. Брать его пока не надо, давайте-ка. Главное, все мокрое, а он все равно это нормально так загорается. Так, это, наверное, вряд ли сюда нужно. Теперь надо узнать, где у нас находятся спички. Хотя они, по идее, должны быть все мокрые, но... Я надеюсь, что удастся их все просушить, так, поджечь спичками. Почему? Я не могу здесь разжечь костер, это небезопасно. Вот ерунда-то полная. Вы можете представить? Значит, это тут Дейзи. И вам говорят, о, это небезопасно, я здесь не могу развести костер. Может быть, здесь его можно развести тогда? Просто как-то смешновато это все звучит. О, а, вот здесь он может. Ну ладно. Пускай здесь хотя бы. Так, положим здесь рядом древесинку, пускай... А, она уже сухая. Отлично, тогда добавим ее сюда. Пока я это не буду им добавлять. О, то есть я сам себя поджег, что ли? Ну, вообще дела. Так,
Я горю. Давайте-то выйдем на этот. Раз я горю. Ну, намок. Теперь-то я вряд ли, наверное, теперь горю. Так, теперь он полностью промок. Ну, давайте соберем вещички. Это сюда мы выкинем. Так, палки можно в руки взять. А, спички. Спички у нас где? Здесь, что ли? Да, здесь. Ну, поэтому мы сейчас просто все возьмем в руки и пойдем послушаемся нормально. Без проблем. И палок можно добавить туда. Так, я полностью мокрый. А теперь... Ладно, граната мокрая. Вот это вот самое поразительное. Да уж, магазины у меня тут всякие есть. А пистолет-то у меня пропал. Несколько причин, конечно, я вижу, но в любом случае ни одна из них меня не утешает. Так, хоть покушал. Так, я во всяком случае хоть согреваюсь. Хорошо. Странно, палки положил, они как пропали. Вроде как бы все. Согрелся, но тут такой поливает дождина. Вот магазин для этого, для СКС у меня есть. СКС уже все тю-тю. В машине остался. А, для этого-то у меня тоже особо нет. Так, а патронов 40. Поврежденные все, да. 9 миллиметров. Попить еще нужно, к тому же. Так, посмотрю пока карту. Значит, судя по карте, нахожусь сейчас вот здесь. А это что? Непонятно. Так. Да, я нахожусь или вот здесь, или вот здесь. Но, скорее всего, вот здесь. Да. Странно, что нельзя по-пионерски тушить костер. Только водой. Пускай все горит. В общем, все промокает. Все промокает. Не знаю, что там у них не промокающее. Ладно, я не буду сейчас это все ждать. А, пойду дальше себе спокойно, поэтому по этой дороге. Посмотрим, что в этом населенном пункте. А потом можно, в принципе, если там не прогорит, вернуться опять посушиться.
Да, в отличие от локальных игр, конечно, вот такие они не дают вам гарантии стабильности какой-нибудь. В следующий раз я обязательно, перед тем как буду записывать, я буду четко определю для себя сервер, на котором буду играть, и буду все время на нем, потому что так это действительно слишком хаотично все выходит. Сейчас я просто обхожу немножко деревню стороной, чтобы зайти через кустики, мало ли кто-нибудь тут сидит. А еще мы тогда можем сходить попробовать найти эти сети для ловли рыбы. Так, для того чтобы сделать костюм. Маскировочный. Так. В принципе, питья нам надо добыть еще, потому что что-то тут я в последнее время жажду испытываю. Лампочка. Колеса. Так. А, во. Есть колонка, отлично. Наполним флягу. Так. И можно теперь напиться. Еще разочек наполним. Так, ну здесь уже, наверное, все теперь. Да. Сытый вроде. Жажды нет. Так, о. Ничего себе. Фонарик. Я такого фонарика уже 100 лет не видел, кстати. Давайте скушаем витаминов. Проконсультируйтесь с врачом, написано на них. Перед тем, как употреблять. Какой врач? Так. Какой здесь врач? Кстати, да, я хотел еще сказать насчет того звука в последних сериях, что накрутил я там каких-то настроек. Пытался все убрать шумы, но шумы-то убрал, а сам звук стал как у робота, поэтому надеюсь, этот будет лучше. Вроде я посмотрел, как будто бы гораздо лучше стал, чем до этого. Как-то пустовато тут. Что-то не видать особо ничего. Так. Молоток. Молоток есть.
Только зачем он мне нужен? Колонка. Ты знаешь, что я промок. Нетрудно догадаться об этом. Так, ну вот, сейчас мы выпьем еще немножко газировки, и тогда, наверное, можно будет. Так, там у нас нет, здоровье почему-то не прибавляется сильно. А это что? 257. Слушайте, ну теперь для нас это актуально — подбирать патрон для магнума, потому что возможно он нам понадобится в ближайшее время. Так был посеян этот КР-75, просто отличное оружие для меня было бы. Я же готов даже без глушителя взять такой же. Глок мне нужен, конечно, глок бы пригодился. Потому что у меня для него магазинов много, даже без глушителя я бы взял. Но где его теперь взять? Однажды он был, а я что-то как-то пожалел место для него. Ну и, соответственно, так его и бросил. Там, где нашел. В полицейском участке. В каком, я уже не помню. Давайте, наверное, съедим этот сухой завтрак. А можем, кстати, просто его поесть немного и с собой взять. Так. Давайте еще съедим. Он сытный, но он вызывает жажду. Странно. Давайте еще съедим. Не хочет почему-то у меня здоровье прибавляться, видно. А все, я решил доесть его полностью, чтобы уж отвязаться от него. Все, ладно. Если дадут здоровье, то дадут. Дадут, так и ладно. Кстати, дождь закончился, судя по всему. 5. А. Так, у нас есть еще консервы, да? Ее тоже съедим. А потом запьем все пепси. Или что там, пипси у них. Хорошо. Ну что дальше-то? Поселок пустой, как всегда. Минимум лута. Так, а тут что? Шмот какой-то. 9 миллиметров. Ну давайте возьмем 40. Можно, кстати, вот так вот прикинуться. Взять, например, каску сюда положить. Вот каску в штаны положил. Вот это нормально? Еще одна. Так, а у меня какая?
сделаем вид для других, что я якобы там... Ладно, не будем особо выпендриваться. Пускай каска так каска. Шляпу выкинем. Так, еще здесь, да, есть... Сухой завтрак был, но мне уже некуда его класть. Так, ну ладно, смотрите, по один пистолет, а я... Так, по один... Но все-таки шапка-то у меня взялась. Так, возьму P1. Может быть, для него что-то тоже надыбаем. Так, 5 у меня, да, на пятерочке. Теперь этот сюда надо положить 40. Ой, то есть 22 калибра пули. И продолжим осмотр. Так и льет, так и льет, прям из ведра. Как из ведра льет. Дождик-то. Черные треники. Еще колонка. Кстати, это здорово, что есть так много колонок. В некоторых местах вообще их практически нету, а здесь больше чем достаточно. И смотрите, опять у нас есть консервы, и думаю, сейчас мы их употребим сразу. Не пойму, почему у меня здоровье не останавливается. Может, я опять какой-нибудь дрянью заразился. В этом сезоне вообще у меня там получилось, что я прилично уже и переболел там, и потерял машину. Страдания одни. Удовольствия вообще ноль. Ведь ем, пью, и все равно здоровье никак. Так, сейчас подождите. Я, наверное, звук прибавлю себе побольше. Так, главное только теперь от страха не замарать штаны. Это бывает так. Вот играешь так все тихо-тихо, спокойно. А потом как шандарахнет резко. Зато здесь колес много для седанов, для грузовиков, но я так полагаю, что та ошибка, про которую мне один из зрителей рассказывал, что у них Волги не ездили. Понимаю, возможно, они исправлены были с патчем. Потому что Нива, как вы видели, у меня прекрасно ездила. Но кто знает, то знает. Консервированные макароны. Обалдеть. Оп. Станцевал. ГПК. Еще 9 миллиметров. Ну пускай. Ладно. Зато если уж найду пистолет. Че? За звуки. Зато если уж найду подходящее оружие, пистолет у меня сейчас есть, конечно. Для него надо все-таки еще тоже кое-чего поиметь там, например, хотя бы
этот, не знаю, магазин или хороший пистолет, глок раздобыть. Так, ну, из бутылок мы не пьем. Да, без непонятно. Потому что сами можем такую фигню оставлять. Подарочек. Перелазь ты. Так, перелез вроде. А мы продолжаем движение вдоль этого поселка. Не знаю, как он называется. Надо посмотреть название. Поэтому просто пока поселок. Бывает, какие-нибудь незаметные вещи лежат. Я периодически открываю инвентарь, чтобы посмотреть. Вот разве в деревнях вот так ставят? Кровати и тумбочки рядом. Это, ладно, еще в каком-то отеле бы, в деревенском. Ну такой отель типа турбазы. Там могло быть такое, но в деревнях так никогда не бывает. Может, в европейских только. Так, ну здесь-то я был. Тогда спускаемся вниз опять. О, кстати. Ничего там нет, наверное. Можно с этого дома начать прям. Да, вот газировки всякой навалом. А магазин для P1 или Glock к нам никто не хочет подсунуть. С таблетками для очистки воды вообще питье таскать не надо особенно. Там практически всегда можно найти лужу какую-нибудь. Особенно если картой пользоваться. Всегда. Что это? Семена. А, вот в этом доме я не был. Фонарик. Ай, фонарик, спаси лампа. Скотч, еда, все как всегда. Видите, уже стихами заговорил. Вот что со мной Дейз делает. Да, конечно, сейчас тут день на улице, я имею в виду у меня. И вот эта вот пасмурная погода, конечно, плохо видно. Приходится вглядываться в окружение, чтобы понять, ну, различить что-то порой. Вечером, конечно, лучше всего играть, потому что ничего не отсвечивает. Ничего тут нет. Да уж, друзья. Так что давайте вот здесь. А, здесь нет. Здесь не очень, наверное, удобно. Да, давайте выберем какой-нибудь домик. И в нем закончим эту серию. В общем, серия была наполнена разочарованием для меня. О, магазин Сельпо. Разочарованиями, страданием и т.д. и т.д. и т.п. и т.д. И, в общем, как хотите, так и понимайте. Я хочу сказать, что потеряли мы Ниву, потеряли пистолет и... Ай-яй-яй-яй-яй. Не знаю, как жить дальше, в общем. Не знаю, как жить дальше.
Поэтому давайте здесь-то закончим. Это был Дейс. С вами был Григорий. До новых встреч. Пока.